Папочка компактная, но тяжелая жесть. Прям. Starlink. Это такой. Пластик. Это, значит, сама антенна с бумажкой. А на бумажке инструкция. Ну и тут в инструкции написано, что желательно, чтобы угол обзора был больше 110 градусов. С балкона это будет маловероятно. Так, что, значит, переходим к блоку питания. Блок питания мы достали, и он тут такой очень внушительный. 57 вольт и 3.42 ампера. То есть 195 ватт. Это такой мощный кирпич, я вам скажу. Потребление, то есть мобильность такой установки крайне низка. То есть если вы хотите экономично пользоваться интернетом где-нибудь, то я могу сказать, что вот эта вот штуковина, вот эта антенна жрет как лазерный проектор. Нормальный, мощный такой, знаете, люмен на 1000, а то и больше. То есть, ну, довольно прожорливая штука. Хотя, если у вас есть солнечные батареи, там 2-3 модуля, то у вас с запасом энергии для батарейки и для ваших домашних девайсов. Это касаемо мобильных, что я все-таки хочу это тоже в OneWagon использовать и в разных странах, для чего я его купил, чтобы можно было поехать там в Австрию, там в разные другие, там в Литву, в Голландию и пользоваться антенкой независимо от тарифного плана, то есть никакие экстра деньги не платить. То есть плачу свои 50 евро и плачу. Это тоже, кстати, не очень дешево, с моей точки зрения. Так, кабель питания тоже такой резиновый, жирный. Качество материала очень хорошее. Про резины, то есть сам блок питания здесь оборудован влагозащитой IP66. То есть уже, в принципе, он от брызг защищен. Так, это у нас такой сетевой кабель, но не просто сетевой кабель, этот кабель еще должен дату передавать, я имею в виду энергию в саму антенну на большое расстояние, то есть его обычным сетевым кабелем вряд ли заменишь. Ну, а, кстати говоря, тоже этот маршрутизатор Wi-Fi точка доступа, она уже более продвинутая, это версия 3, и у нее, как видите, есть здесь дополнительные LAN-входы, то есть можно использовать уже как маршрутизатор, подключать компьютеры. Если вы используете предыдущие генерации антенну, которая с мотоприводом, с треногой, к ее маршрутизатору надо отдельно докупать LAN-девайсы, это стоит дополнительных денег, и это, ну, как бы, мне кажется, что-то не очень продвинуто. Так, ну что, в принципе, мы все достали. Тут остался только супер тонкий мануал на всех языках. Вон даже русский есть, смотрите, английский, итальянский, немецкий. Ну, была не была, откроем, может быть, что важного узнаем. Я не думаю, что тут что-то супер крутое. Так. Нет, ничего тут интересно важного. Давайте попробовать подключать питание к этому устройству. Коробка хороша. Никаких претензий коробки нету. И очень компактная. Так. Так, что у нас? Требуется розетка, да? Подключаем. 220. Какая-нибудь картинка есть. Ну, никаких светодиодов на блоке питания не обнаружено. Может быть, они тут и не нужны. Так, давайте подключаем наш. Оба. О, лампочка горит. То есть видно, индикатор здесь только. А с одной стороны, именно вот в этом месте, не знаю, камера поймала или нет, но он горит беленьким светом. Так, сейчас поставим антенну в положение в рабочее. Так, и давайте воткнем в нее
сеть. То есть вот этот большой кабель. Где тут маркировка? Пожалуй, это все, что в него втыкается. О, боже мой, у меня стол грязный. Так, пыльный стол. Так, хорошо. Воткнули кабель здесь и воткнули кабель в наш девайс. Все. Что у нас происходит теперь? У нас есть точка доступа Starlink здесь. Мы сейчас к ней подключаемся, пока без пароля. Все, подключились. Переходим в приложение. Естественно, никакого результата нам не дало выставление антенны на подоконник и на балкон тоже. Потому я пошел на крышу и просто положил ее на крышу. И получили эффект. В принципе, мы видим сигнал. И довольно неплохой. Скорость показывает порядка 100 мегабит в секунду. Я немного ее подыдвинул, повернул по-другому ножки, чтобы больше угол получить. И в принципе сигнал замечательный. Тут я показываю с дрона, как это выглядит. Я просто повесил ее на веревку, так скажем, из окна. И дальше с антенны свисает вот этот сетевой провод. А сама точка доступа у меня находится на балконе и раздает по Wi-Fi по всему моему дому, точнее по всей моей квартире. В принципе, mission complete, можно устанавливать, можно пользоваться и в доме на колесах, но это довольно прожорливый вариант. Ставьте лайки, жмите колокольчик.